Светлана Василенко, весь мир практически признал победу Байдена. Ваша возня похожа на Лукашенко и Порошенко, который до сих пор считает себя президентом. А, Светлана, ну, похожая ситуация уже была и не так давно. Горбуш до 31 декабря. А Гора поздравляли лидеры государств. Считал, что он победил на выборах. А потом оказалось, что нет, не победил. И это ничего не доказывает. Главы государств, кого вы там призвали в свидетели, мир. Мир не устанавливает президента Соединенных Штатов. Это делают граждане. Как они решат, так и будет. Если они примут решение, значит, что это будет Трамп, значит, будет Трамп. Примут решение Байден, значит, будет Байден. И это решается сейчас в судах. Так же, как было, когда Буш и Гор в судах решали, кто из них одержал победу. Вот, ничего страшного не происходит. Надо дать время. На самом деле и Байден, и Трамп уже произнесли одну и ту же фразу. Если вы не заметили, я вам напомню, и тот, и другой сказали, там, подождите, сторонникам обращаюсь, подождите, там, пока не все ясно. Возня похожа на Лукашенко. Ну, там, Лукашенко, это там очевидный совершенно факт. И народ против. И если здесь народ начнет там с оружием, особенно сторонники Трампа, выступать, я не знаю, что произойдет. Порошенко до сих пор считает себя президентом, ну, он разгромно проиграл Зеленскому. Там это совершенно очевидно. И я, кстати говоря, считаю, что главное достижение Зеленского, главная его победа, это то, что он остановил вот это негативное развитие власти в Украине, когда власть начала использовать пропаганду, пропагандистскую кампанию, когда вокруг Порошенко сконцентрировались силовики и СБУ, и там другие силовики поддерживали его. И народ Украины это дело остановил и спас страну, спас Украину. Вот это все-таки другие ситуации там. Не путайте нас, пожалуйста, Светлана Василенко.